принцесс Стефан Ржановский уже представлял участникам свою девушку Катю, с которой познакомился за периметром. А чтобы их отношения были официальными, пообещал привести ее на проект. Привет всем. Боже мой, вот я шел. Привет, привет. Рядом с Токарев. Подожди. Сейчас, секундочку. Классно, да? Кто там живет сейчас? Одну минуточку. Сейчас я войду. Или от Токарева. От Москвы пара. Смотри, не сглазь. Нет, фу. О, боже. Здесь народу сколько. Вау. Это что? Ноги такие. Это Катя, новая девочка Венса? Это что? Катя, король. Я королева, Екатерина, король. Всех сюрприз. Вас ждет конкурс. Скоро мы с вами выясним, кто из наших прекрасных девушек дадут. Ну, я думаю, что многие ребята думают, что я стеснительный человек. Это не так. Просто у меня есть скромность определенная. Мне не хочется казаться какой-то... Я пришла на этот проект только к Венсу. В отношении мужчин меня больше ни один мужчина здесь не интересует. Потому что некрасиво, ребята.